Меня зовут Милена. Вы знаете меня из проекта «Девушка из Абхазии». И сегодня я хочу анонсировать наш новый проект. Мы совместно с Абхазским аналитическим информационным центром хотим рассказать вам про то, какие есть государственные программы для жителей Абхазии. Эти программы будут связаны со здравоохранением, образованием, бизнесом и другими темами. Мы будем рассказывать про то, как вы можете принять в них участие, какие вам для этого понадобятся документы и другие необходимые детали. Если вам это интересно, следите за нами.